Всем привет, с вами Ирина. В этом видео хочу показать вам, какой мне пришел психопсис от Швертера. Вот с такими вот красивыми молодыми ростами. У нас их три. Корешок у нас молоденький показывается. Один листик желтеет, но два листика у нас зелененьких, хорошеньких, плюс три молодых роста. Растение на сайте указано, что это готовое к цветению, то есть взрослое растение. Так что теперь нам остается с вами только дождаться этого цветения. Это желтенький психопсис. Так что будем обязательно ждать, как же он зацветет. Пока что я не пересаживаю. Эти все растения посажены в мух. Вы помните, мы уже пересаживали. И теперь я понимаю, что если у нас сверху камушки, значит внутри мох. Но так как у нас на улице очень жарко, невероятно, у нас уже и 35 градусов жары, соответственно, мои растения просыхают очень быстро. Поэтому пока что на лето я оставлю свои растения, вот такие вот, как они пришли, посаженные в мох. Ну, а дальше будем уже смотреть и думать, что с ними делать. Возможно, дальше нужно будет их все-таки пересаживать из мха ближе к зиме. Ну, пока что на лето я оставлю. Так что вот такое вот красивое растение прислал нам Швертер. Очень я довольна, ростики очень классные, они уже немножко подросли с тех пор, когда я получила посылочку. И хочу вам сказать, растения очень пошли в рост. Я даже где-то была думала, что возможно от того, что они, ну, как бы от транспортировки, да, ну, за счет того, что пока что они к нам шли, там в темноте, упакованы, я думала, что некоторые растения могут остановить свой рост. Вот, ну, как бы будет проходить такую, как бы, адаптацию. Но я смотрю, что растения очень даже все хорошо растут. То есть адаптации как таковой нету, мы ее очень быстро и легко проходим. И это меня, конечно же, радует. Так что вот такие вот растения хорошие присылает нам Швертер. Им огромное спасибо за их проделанную работу, потому что упаковывать вот это все, отправлять, это очень-очень большой труд. Я это знаю, поэтому я это ценю. Так что вот такая вот красавица. Ну, все. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.